7 корпус 2, ну и кого прибоя. Значит, заходим, тут открытый. Открытая мусоропроемная камера. Свет не работает. Значит, что мы здесь видим? Краску, которая не должна находиться в доме. Реагенты, которые в доме не должны находиться. Мусор, металл сдают. Да, вот, ну, решетки, ладно. Значит, видим, что плитка в ужасном состоянии. Хворост хранится, хотя управа говорила, что хворост в домах жилых не хранится. Может, здесь что-то заработает? Нет, ничего не работает. Значит, не работает. Уборка. Ну, конечно, здесь все аварийное, как вы видите, да? К сожалению, здесь запах. Окна без второй рамы. Вода, не знаю, работает или нет. Нет, вода не работает. Слив забит. Антисанитария полная. Вот такое состояние. А здесь у нас кто техником? Юлия Викторовна. Шамина или Шмарина, как ее там? Вот я тоже не помню. Какие тут у них